Привет-привет всем! И это у нас игрушка МК9, дорогие друзья. Ну что ж, продолжаем нашу прохождение девятой части. И, насколько я помню, мы с вами остановились, по-моему, это 10 глава. Короче, мы перешли к Джейд. Сейчас поиграем за нее, посмотрим. У нас в прошлой серии, если кто не смотрел, напоминаю, нас увели Китану куда-то там. По-моему, ее в башню посадили, и она познакомилась, скажем так, с Мелиной. В общем, сейчас Джейд собирается, как я понимаю, ее спасать. На всякий случай напоминаю еще одну вещь. Мы сейчас смотрим девятку по многочисленным просьбам, девятую часть прохождения, потому что ни я в нее не играла, ни многие друзья, как я понимаю, не смотрели. Может, даже и не играли. Поэтому давайте посмотрим. Меня интересует именно сюжет, как и, я так понимаю, многих, потому что сюжет тут крайне запутанный, сложный. И посмотрим, что у нас получится, какая у нас будет концовка в итоге. Ну что, продолжить. Раунд 1, друзья. Файт у нас сейчас Джейд, и она у нас сражается с Баракой. Давайте посмотрим, какие у нее есть списки движений, чтобы мы могли с вами попробовать. Тыкс, вот наши комбочки. Комбочки-шмомбочки. Господи ты боже. Хорошо. Хорошо, будем пробовать. Вот это движение я ужасно не люблю, этого Бараки. Есть. Вот я же говорила, что не люблю. Есть. Даже не думаю, мне тут X-Ray показывает. Тихо-тихо, товарищ. Тихо-тихо-тихо-тихо, родной. Ты, по-моему, офигел. Иди сюда. Есть. Даже не думаю, мне сейчас делать X-Ray. Так, друзья, надо сейчас ему навалять. Иди сюда. Я не могу допустить, чтобы с Китаной что-то произошло. Поэтому нам приходится наваливать этому ублюдку. Чуть-чуть осталось, я вижу, что у нас готов X-Ray. Есть. Сейчас постараемся сделать ему X-Ray-чик. Посмотрим, какой X-Ray у нас у этого самого товарища. Ах ты, сволочь ты такая. Заблокировал наш X-Ray. Так. Что, будешь мне X-Ray делать? Вот, друзья, договорились, да? Называется. И врубила нам X-Ray. Ну, слава богу, у Бараки он не очень мощный. Ты тут чем-то в меня бросаешься? Вот это, вот так прием, друзья. Тихо, тихо, ты что-то разошелся, товарищ. Ну, иди сюда. Есть, это мы, знаете, самый любимый и самый мощный прием. Вот когда она сидит, получается, прикрываешься. И лупасит. Смотрите, вот если он сейчас... Блин, заблокировал. Вот. Видите, сколько он уносит? И уносит меня. Этот прекрасный прием. Иди сюда. А что ты? Ого. Этот, кстати, захват тоже неплохо выносит. Есть. Так, победили. Так, давайте сюжет мне интереснее. Хороший мальчик. Не кряхти. У эдениенцев нет преданности. В слепой преданности нет ничего хорошего, это я поняла. Нужно быть начеку, чтобы предвидеть завершающий удар. О чем ты говоришь? С тобой было легко сладить. Причем, заметьте, мы не делаем ни одного фаталити. Если бы ты не обесчестила себя, Джейд... Мои приказы ясны. В башню никого не пускать. Как видишь, я здесь... Чтобы помочь принцессе бежать. Ты против ее казни? Единственного способа вернуть ей честь? У нас разное понятие чести, Шокан. Тут у нас тяжелая будет битва. Ну иди сюда, мадам. Так, почему этот прием вообще, смотрите, он у нас получается unblockable. Тихо, тихо, ты что-то разошлась, Шива, уважаемая. Угу. Смотрите, то есть надо каждый раз, когда она у нас взлетает, надо... Да блин, что же вы все блочите мой X-Ray? Заманали. Оп. Вот это правильно. То есть каждый раз, когда она прыгает, надо ее... Слушай, а где Китана? Оп. Знаете, я даже сосредоточилась как-то слишком. Есть, лупи. Родная, давай, пожалуйста. Не получилось. Уже бомбит от нее. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Нет. Не получилось. Чуть-чуть оставалось, вы видели? Май гарбл.
Слушай, иди сюда. У нас же есть палочка. Иди сюда. Вот тебе наваляем палкой. Палка тебе в щи. Ты слишком какая-то крупная, мадам. Оп. Вот это мы уже хорошо пошли. Оп. Хороший прием. Да блин, я же... Главное, я отошла. Нет, мы ее сместили. Хватай ее, хватай. Хватай, родная. Оп. Знаете, с этой шивой надо реально тупо прыгать все время. О, наконец-то. Боже. Я боюсь представить, насколько это больно. Ты можешь сдохнуть наконец-то, а меня не трогать? Да хватай ты ее. Так, короче, ты меня задолбала, девочка. Тетенька, мадам. Что, издеваетесь? Есть. Наконец-то. Но у нашей Шивы скоро, смотрите, накопится не очень хорошая вещь под названием... Бей ее, бей. Бей, хватай, бей, хватай. Хватай, бей. Блок тут будет сегодня работать или нет? Иди сюда. По мордасам, по мордасам. Парам-пам-пам. Не, ребят, боюсь, что мы сейчас можем зафейлить, и у нас есть X-Ray. Я же Слушайте, ну я не буду так играть. Я реально его заблочила, сижу, держу этот самый. Что, офигела? Есть. Но толку от того, что мы сейчас делаем X-Ray, я боюсь, что... Друзья, чуть-чуть. Может, вынесем? Пожалуйста, пожалуйста. Есть! У-ху-ху-ху. Надеюсь, никто не слышит джойстик. Из тебя плохой тюремщик, не так ли? Итак, Ваше Величество, посмотрим, как быстро мы сможем снять эти оковы. Джейд, мне... Мне тоже. Остановите ее! Не дайте ей уйти! Ступай, найди Рейдена, попроси его о помощи. Там такая кучка лежит. Ай, давай, сейчас кого-то еще мы встретим. Я оторвалась от своих преследователей. Ну да. О, одни преследуют, а я нахожу. Во имя богов, ты Мелина. Ты должна вернуться со мной. Устроим вечеринку в честь моей сестренки. Она нас покидает. Ой, девочки, девочки, мальчики, я поняла, что эта боевка может очень мальчикам понравится. Слушай, харе мне тут показывает свои сониковские приемчики. Ох, нифига себе, ты разошлась что-то, ты, родная моя. Далеко собралась? Блин, давай ты ко мне подойдешь поближе, я тебе просто наваляю хорошенько так. Давай, бей же ты ее. Слушайте, что бьешь, что не бьешь? О, хоть так ударим. Прости, Мелина. Прости. Иди сюда. Мелина. А, стоп, я думала, что я вообще справа. Понятно. Нехорошо. Надо концентрироваться на боевке все-таки. А то я сижу, вообще рассматриваю там пожар какой-то на той стороне. Главное не смотреть на фон. Я знаю, что мальчики будут смотреть только на боевку. Девочки могут на фон посмотреть. Фон красивый, необычный. Иди сюда. Блин, вот если в них... Хорошо, что она не превращается, потому что я вообще не поняла, кто есть кто. Так, родная. Ты что-то образела, по-моему. Блин, ты будешь блочиться? Дура ты такая. Да схвати ты, хоть раз ты можешь ее схватить? Ладно. Иди сюда, кретинка. А ну иди сюда. Да блин, что это за бою? Фука. Блин, что ж... Что-то, ребят, мне не нравится этот бой. Сейчас нас Мелина просто... Вот смотрите, нас сейчас реально делают, скорее всего. Если мы ничего не сможем делать... Нам надо ее как-то вы... Я не хочу сейчас просто потратить X-Ray. Вдруг нам повезет сейчас ее вынести. Да блин! М-м. Пожалуйста, пожалуйста. Во, есть. Молодец, Джейд. Давай. Ладно.
Давай, я хочу сделать. Не получилось. Нет, 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 нет. Блин, да ты что-то вообще. Что блокирую, что не блокирую, понимаете? Смотрите, мы даже урон ей не можем ни один нанести. Что-то она совсем реально разошлась. Сейчас, ну ничего, перепройдем, если что. Ну, точнее, не если что, а мы именно перепройдем. Посмотрите, сколько она нам урона уже нанесла, а сколько мы ей наносим. Слушай, ты, розовая мадам. Блин, пытаешься сделать хоть какой-нибудь один урон? Это называется, мы ее не добьем. Нет, друзья, смотрите. Мелина Уинс. Ну ладно, переиграем. А второй раз оказалось гораздо проще. Я больше сестра Китаны, чем ты. Я должна найти Рейдена. Он здесь? О, я так и думала, что сейчас появится. Китана отвернулась от Шаокана, и ты нападаешь на нее вместо того, чтобы присоединиться? Это не... Смоук, остановись, это не Китана. Ближе ты не подойдешь. Да ё-моё, вы что, издеваетесь? Не, знаете, ну... Реально странно смотрится, учитывая, что они не выясняя, в чем проблема, что проблема, они просто сражаются, они просто дерутся, не разбираясь ни с чем. Как-то вот любителям девятки... Не, девятка хороша по-своему, но, честно говоря, вот с этой логикой мы ни с чем не разберемся, мы пойдем всем наваляем. Тихо. Пока, давай. Ты думал мне экс-рей сделать? Я тут после Мелины тут всем сама экс-рей наделаю. Хорошо, что на меня еще хоть не нападает... Не нападает этот... Джонни Кейдж. Кстати, мне интересно, что там у Сони с Джаксом. Они же должны были портал найти. А хрен тебе. Слышь, ты что, рептилия, что ли? Надеюсь, у нас, кстати, больше рептилий не будет. Потому что, честно говоря, это вынос мозга, а не рептилия. Молодец. Так, иди сюда. Че, модный, что ли? А хренушки тебе. Так, слушай, ты. Серебристый чувак. Наваляем тебе. Иди сюда. Оп. Ты что, думал, что я тебе не смогу хорошенько навалять? О. Смотрите-ка, друзья. А ведь вполне... Лучше бы ты свой снял, вот эту шлем. У тебя хайр такой симпатичный. Так. Оп. Джейд, почти. Есть. Смотри, вот, эта боевка простая была. Надеюсь, не накаркать. Я не хотела этого делать. Типа, да ну тебя. Лорд Рейден. Лорд, я был со Смоуком и уже подумал, что он плохой парень. То есть девчонка. Похоже, он на еще одну... А, еще одну переманил. Что-то есть у Рейдена. Божественная сила, личность, которая совсем не раздражает. Придурки. Если мы ее не спасем, ее казнят. У Китаны мало времени. Китану казнят? Где она? О, ее держат в башне крепости Шаокана. Я тоже не рад такому исходу, Люкен. Но времени нет. Мы должны вернуться на турнир. Но ведь из-за вас ее схватили. Вы убедили ее восстать против Шаокана. Лорд Рейден, мы можем освободить ее, пока остальные сражаются вместо нас. После этого мы присоединимся. Хорошо. Как это все мило. Встретимся в Колизее. Окей. У нас уже, друзья, 11 глава, Люкан. А, нет, Кун Лао, пардон. Надеюсь, твоя девушка стоит гнева лорда Рейдена. Заметь, я тебя игнорирую. Наверное, они перевели Китану. Кто у нас? Опять она! Так мы и сделали. Мы не знали, что за ней кто-то придет. А, мы знали. Ну, слава богу, хоть не она. Присоединитесь к ней в смерти. О, ну, о, друзья. Так, давайте мы еще за него еще не играли. А, тихо ты. Нефтяной мужчина. Стоп. Классный стоп-кадр. Так, давайте посмотрим список движений. Что мы можем делать очень интересного? Так, вот это у нас надо, можно сделать... Ого! Нифига себе, у него атаки!
Так, ну хорошо, будем пробовать все это делать. Комбо передач. Господи ты боже. А кто-то говорит, что это можно все выучить. Ну, ребят, вперед, вперед, вперед. Куда меня унесли? Можно меня вернуть обратно, пожалуйста? Ого. Уважаемый нубсайбот, харе меня бросать. Слушайте, ну это вот... Я могу своей шляпой такое сделать, а ты не можешь. А ты можешь так своей шляпой? А вот я могу. Слушай, ты циркач цирковой. Ох, нифига себе. Так, друзья, тут надо сейчас, я понимаю, что это у нас опасно будет. Вот, видите, противник, который делает всякие гадости. О, смогли? Отлично. Но мы его сейчас, к сожалению, боюсь, полностью не вынесем. Иди сюда, я тебе шляпы свои. Еще одна шляпа, друзья, и у нас все получится. Нет, еще две шляпы. Есть. Кула Уинс. Так, я уже, знаете, вот сколько мы с вами играем, я наблюдаю, что у нас есть медленные персонажи. Да блин! А есть более... Слушайте, я не успеваю, я только отпускаю блок, чтобы нанести удар. Посмотрите, что происходит. Хорошо. Все, успокоился, придурок. Так, друзья, давайте этот будет персонаж у нас сложный. Как с ним сражаться тут? Угу. Видите, что он у нас творит? Угу. Я не знаю, другими ударами сейчас на него... Можно было бы, конечно, но вы видите, что у нас происходит. Он нас тупо тпшит куда-то. Промолчу. Я буду просто с ним сражаться, потому что я не знаю, о чем тут говорить. У нас вынесли просто в хламинос. Угу. Угу. Вот, видите? Он нас постоянно тпшит, то есть ты вообще ничего не можешь сделать. Вот, смотрите, я блочу, и он сразу пытается нанести удар. Угу. Тут по-другому я даже, честно говоря, не представляю, как... Что блочишь, что не блочишь? Парам-пам-пам. Иди сюда, придурок. Ну, иди сюда. Так, блочим, друзья. Тупо его блочим. Так, иди сюда. Я, честно, не представляю, как мы его сейчас сможем делать. Ну, вот только таким приемом. Я так понимаю, у нас сейчас еще Шива будет. Иди отсюда. Так, самый мощный какой у нас был, друзья, вспоминаем прием. Я просто так не хочу его перепроигрывать. Давайте подождем. Тихо. Нельзя, чтобы он сделал нам этот самый. Блин, да что ж такое-то? Иди сюда. Ой, иди сюда, пожалуйста. Блин. Угу. Ладно. Что поделаешь, придется перепроходить. Есть. Есть, друзья. Тоже выносящий перс. Скажи спасибо, что я не пролил твою грязную кровь. Кто ты? Если есть что-то в тебе знакомое? Ой, Люкан. Помощь нужна? Четыре руки против двух? Едва ли это честный бой? Люкан? О, нет, нет, нет. У тебя уже был бой с Люканом. Теперь ты сразишься со мной. Не-не-не, друзья, нет, я не хочу с гора. Я говорила, что я не хочу с гора сражаться. Вы знаете, как его долго проходил Олег, когда я его попросила в первой части? Его очень сложно пройти, это я вам сразу говорю. То есть для всех, я понимаю, что у нас есть ребята, которые классно играют, но вам сразу говорю, это реально сложно. Может у нас, ну я не уверен, что у нас вообще на запись получится его пройти. Блин, что ж такое-то? Вот ты долбень. Ты сделал X-Ray, когда я... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, парам-пам-пам, парам-парам-пам. Вот вы видите? Тупо один удар, и он все. И он делает очень больно нам. Вот этот удар у нас реально самый у всех персов. Оп. Так, ребятки, давайте попробуем его сейчас по колен. Не-не-не-не-не, уважаем. Есть.
Ух, знаете, мне аж реально вот аж какая-то. Я нервничаю, действительно. Так, иди сюда. Так, отправляем его подальше. Город тяжелый. Ого! Не надо мне только X-Ray. X-Ray, по-моему, выносит тут. У Гора он сразу половину выносит. Да я вам сразу говорю. X-Ray у Гора самый мощный. Вот вы сейчас увидите. Вы посмотрите, сколько он забирает. Хорошо-то как. Иди сюда. Блин. Я не успела. Заблочил ублюдок. Ну, я не знаю, другого варианта. У нас с ним сражаться. Да. Что я вам говорила? Нет, друзья, тут... Честно, я вам не скажу даже, какой есть вариант сражения против Гора. Нам надо главное, чтобы у него не было X-Ray. Сейчас надо ему как-то... Надо как-то надрать задницу. Я не знаю, честно говоря, других, как с ним еще сражаться. Вы видите просто, сколько он у нас уносит? Только не смей делать X-Ray, пожалуйста. Я просто не успела зажать блок, друзья. Ну, все. Сейчас придется перепройти. Перепройдем. Есть. И как всегда, со второй попытки, друзья. Так, знаешь, проще. Теперь, если у тебя осталась честь, ты скажешь нам, где Китана. Ее забрали в Клизей, где ее без сомнений казнили. Ты лжешь. Она все еще может быть жива. Идем. Господи, ребята, что-то я совсем разнервничалась. Джонни? Джонни! Господи. Ермак победил! Ермак. Я должен ее освободить, вон Китана. Не сейчас, Смоук и Джонни Кейдж победили. Я больше не ощущаю присутствия Джексона Брикса или Сони во внешнем мире. Несмотря на мои сомнения относительно того, что ты спаситель Царства Земли, ты должен сражаться. Но ведь я не тот, кто должен победить. Барака сейчас, что ли? Рейден, выдвигай достойного чемпиона, если можешь. Кунлао? Ну да, раз у нас глава его. Возможно, тебе суждено стать победителем. А то. Конечно, я обязан. Господи. Ты будешь сражаться с Шан Цуном? Нет. И Куан Чи? Ууу, ребята. Вы готовы к массовому фейлу? Если будет не получаться, буду просить Олега проходить, потому что это... Я не понимаю вот этой честности боевки. Пареньку из Царства Земли не остановить этот смертельный альянс. В этом мы оба согласны. Вы прекрасно видите, что это реально, реально нереально. Тут только можно проходить, только вот, знаешь, методикой... Стоп, а где я? Слышь ты, Шансу Самсунг. А ну иди сюда. Оп. Это хорошо уже. Это уже хорошо, но у нас уже, друзья, не очень хорошо тут со здоровьем. Иди сюда, кончи. О, вот это плохой прием. Так, у нас уже скоро будет готов. Иди сюда. Ой-о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 й. Есть. Иди сюда. У нас еще X-Ray не готов, да? Нет, не готов. Ну, не получилось заплочить, друзья. Как же так-то? Не, ну это вообще я не представляю, как можно быть. Это все, вот, вот. Вот, ребята, как это можно пройти, я не представляю. Раунд 2, так раунд 2. Ну, я не знаю, я, честно говоря, у меня уже желание проходить это без записи, эту боевку, потому что... Как ее пройти по-человечески? Ты отвали от меня, кончи, ты меня расстраиваешь. Когда у меня плохое настроение, я играю плохо. Ты ж проваливай, придурок.
кончи. Че, типа умный? Что блочишь, знаете, вот это что блочишь, что не блочишь. Хо-хо, мы с вами еще и брейк этот использовали. Ну, нет, тут уже зафейлено. Вы же видите. Тут делись как хочешь. Тут. Тут без блока вообще, честно скажу. И это еще этот простой уровень сложности. Окей. Давайте перепроходить. Я постараюсь, я вам расскажу вкратце, если я пройду, что я делала. Вот вам, друзья, и мастер-класс, как победить. Причем, по-моему, со второй попытки. Все кончено. Нет, Кун Лао, это далеко не конец. Да, друзья, тактика всегда мне будет одна и та же, я так понимаю, против двоих. Если против... Ты кто такой? Чё за котя? Чё это за котейкин вышел? Подождите, это нечестно, один бой же сказали. Ты что за... Я сожру твое сердце? Это кто? Кентара? Ох, ничего себе, уродец. Слушайте, я хочу сюжетку понять, а вы мне тут вот этих котиков подставляете. Товарищ, у тебя, по-моему, проблемы с желудком. А у него уже был... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У него уже был X-Ray. Вот не заметил, называется X-Ray. Слушайте, а почему у части реально настолько сильный X-Ray? Ого. Ладно. Друзья, сейчас надо, раз он нам сделал X-Ray, тут надо добить его как-нибудь. Оп. Будем добивать его моей методикой. Смотрите, присел, ударил. Можно еще иногда схватить, если перс не очень сложный, не очень сильный. О, господи, слава богу, друзья. Хорошо, что мы его схватили. Есть. Фух. Хорошо, что мы его вовремя подпрыгнули. Ну иди сюда, ублюдочный котик. Я тебя себе не завела. Не хочу таких котов себе. Вот тебе. А ну иди сюда. Оп. Оп-оп-оп-оп. Иди сюда. Опачки. Стоп, стоп. Он нас так, знаете, неплохо покоцал. Слышь ты, котяра, ты чё? Твоего самого вискоса объелся, что ли? Я больше котиком не буду... Слушайте, опять, что ли, у него был X-Ray? Блин. Как можно... Как он так быстро... Ну, понятно, как он накопил его. Я же его все время долбила. Не смогу... Не получил, друзья. Все, убиваем. Убили? Убили довольно легко, друзья. Ох. Ю-ху. Все, ребятушки, Кун Лао победил. Йо-хо-хо-хо. Молодец. Видите, Рейден? Царство что? Кун Лао, нет! Это что было? Я сдеру кожу с твоих костей. Он свернул шею. Господи. С Шаоканом я не буду сражаться. Глупый мальчишка. Ты знаешь, кто я? Убийца моего друга. Я Шаокан, завоеватель миров. Тебе не почувствовать победы. Я не хочу с ним сражаться, ребят. Ты почувствуешь свою собственную кровь. Да вы что, шутите? Говорят, с ним сражаться крайне сложно. Слушайте, давайте проверим. Моя тактика будет тут работать? А, то есть у него блок на нем не работает. Я правильно поняла? Хо-хо-хо-хо. Вот почему все так любят молот гнева. Слушайте, а тут реально вообще победить? Опа. Ребята, я не знаю, даже пройду я этот левел или нет. А вот он читер, у него есть этот самый молот этого самого гнева, короче. Хо-хо, вы посмотрите, сколько он урона наносит. Давайте тупо прыгать. Давайте, может, тупо прыгать, и тогда мы сможем... Да ни хрена мы не сможем. Боже. О, боже. Трепаться меньше надо, товарищ.
Да вы ладно, да ладно. Вы посмотрите, как он нас уделывает. Shao Kahn wins. Ладно, друзья, я, конечно, попробую без записи. Я не знаю, это уже который бой мы с вами без записи смотрим, но, честно вам скажу, этот вы сами видите, какой тут трешак. Я могу победить! Тихо, присядь! У меня больше здоровья! Я могу победить! Да, я победила! На пятюню! Вставай на ноги! Боже, мы победили, друзья! Вы бы знали, как было сложно. Это первый раз. Его еще второй раз придется побеждать. Вставай, ублюдыш! Вставай, уродец! Ты мне столько нервов вымотал! Закон Лао, Шаолинь и царство земли! Огурец тебе сорвется. Мамочка, вот тебе и первый этот фаталити. Да, в игре ни разу не было фаталити. Если что, на заднем фоне сейчас вы Олега слышите, он тоже пытался пройти. Но мы придумали тактику. Я бы ее показала, но... Нет, Рейден еще потом, когда-нибудь. Тут же еще сколько глав. Он пуншем, да? У него пуншем изо рта полился. Даша победила Шао Кана. Вот отличное название для нее. Поверить не могу. Царство Земли победило. Нет, это не Кунь. Это Самсунг. Старшие боги сказали свое слово. Царство Земли навечно освободилось от Шао Кана. Слушай, может, у меня окончательная такая сокращенная версия? У меня не надо драться больше с Шао Каном. Смотри, они сейчас поженятся, нарожают много детей. Поцелуйтесь, пожалуйста. Сделайте это видео лучше. Да, давай, доширак, как обычно. Он ее даже не обнял. Но цена победы оказалась слишком высокой. Чё, Рейден не может его? Щелочка у Я повинен в смерти Кун Лао. Я его вдохновил, нашего триумфа не должна была добиться так. Чего? Кто переводил это? Чё за мастер Йода? Теперь я понимаю, он должен победить, относился к тебе. Но для предотвращения Армагеддона ты должен был одолеть Шао Кана, а не Шан Цуна. Я уже запуталась, кто кого там одолел. Сейчас еще одна трещина появится, да? Этого не может быть! Шао Кан мертв! Но будущее не изменилось. Да поцелуйтесь вы уже! Я расстроена. Ты расстроился? Да. Обидка. Обидка. Шао Кана больше нет. Мелина его наследница. Она будет править. Мелина? Она существует только из-за моего колдовства. А ты дышишь, потому что я сдерживаю свое. Вы живы? Меня не так просто убить. Куанчи ускорил мое восстановление. Куанчи, я говорю. Император, я ни единого слова. Ты противный. Из-за тебя внешний мир больше не может поглотить царство Земли. Есть альтернатива, император. Вторжение. Вторжение? Издеваешься? Заклятие Син не позволит мне вступить в царство Земли. Вы не думали, почему ваша жена и императрица решила предать вас именно таким образом? Конечно же, но даже спустя тысячелетия ее мотивы остаются загадкой. Она поняла, что меры безопасности, предложенные старшими богами через смертельную битву, всего лишь вымысел. Она пожертвовала собой ради защиты, которую не смогла дать старшие боги, чтобы царство Земли не пострадало, как пострадала Эдения. Действительно. Я владел необходимыми чарами для ее воскрешения. Ее заклятие исчезнет. А вместе с ним и барьер, мешающий нам войти в царство Земли. Здорово! Всем привет! Поставь лайкусик. Разумеется, я верну ее вам, и она будет намного послушнее. Тебе нравятся такие руки у девушек? У нее нет маникюра. Это очень щедрое предложение. Я лишь жажду служить, император. Это Синдл? Я устал от колдунов Куанчи. Докажи свою ценность, приведи ее ко мне. Говорят, женщина из ребра появилась, да? Господи. Мышцы в сиськах и жир. Мама. Это девочка-молния из X-Men. Синдл? Куанчи? Шао Кан ждет вашего возвращения. Что-то у нее мешки под глазами.
Император? Yeah. Да. Она не выспалась явно. Сейчас, наверное, Синдал у нас будет, да? Что с Китаной? Китана теперь на стороне царства Земли. Значит, она мне больше не дочь. О, боже! Отведите меня к Шаокану. Да, императрица. Вторжение в царство Земли теперь можно начинать. Смотри, какой кожаный мальчик. Нет, Смоук на нашей стороне. А это Нуб Сайбот. Нуб Сайбот, точно. Нуб, что ты сказал второе слово? Сайбот. Это классное вторжение. О, у нас страйкер. Это кто, физкультурник? Ты мне рассказывал. Физрук. Ну, сейчас у нас какая-то боевка начнется, и мы сможем сделать перерывчик. Даже мне стало интересно. Только я запуталась в сюжетке. Я тебе серьезно говорю, тут эти разборки. 15, 16, 17, 18. Мамочки. Смотри, какой... Кабал, сообщи. База, это Орел-2. Мы насчитали 18 монстров. Движутся на юг. Понял вас. Орел-2, конец связи. Этого не должно происходить. Не об этом я думал, когда клялся служить и защищать. Кабал же тут будет. Что это? Думаю, сперва нужно стрелять, а уже под... Опять рептилия. Я только за. Самый бесящий перс. Он реально бесит. Я тебе серьезно говорю, это бесячий персонаж. Пим-пим-пим. Там такой, знаешь, звук пим-пим-пим. Пистолеты, по-моему, там было написано. Кислотный мальчик. Кислотный диджей. Представляю, какая лажа будет страйкер против рептилий. Ну, надеюсь, не лажа. Довольно это. Только ты и я, уродец. А вот раунд файт, короче, раунд ван файт у нас будет действительно в следующей серии, потому что мы заманались, пока сидели, играли. И проходили этого Шаокана, друзья, но мы его прошли. Мы прошли, но это первый бой с Шаоканом. Насколько я знаю, что финальный будет тоже с Шаоканом, поэтому нам там попку надерут хорошенько. Но страйкером будем уже смотреть в следующей серии. Не забывайте ставить лайк, если хотите больше роликов. Пока что всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока.